тебе объясняю, что это как бы не профессия. Это то, что. Да, то есть это, мне кажется, массовое заблуждение, как бы, типа, да, да, что люди такие, мы такие все хотим быть поэтами, такие, все мечтаем о поэзии, а, и, да, то есть ты должен быть поэтом на своей. Нет, не на своем станке, или там рабочий, да, то есть как. Нет, не рабочий работяга, а как ты скажешь, что. Рабочий, да, технологии сварки – это патент уже, да, то есть это надо уже быть близким к ученому, это тоже ты ученый уже получаешься, да, вроде как, да, понимает он тебя, да, ну, типа того, будет очень, очень, ну, он тебе это имеет в виду, да, 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 а, ну, нет, я так, ты за меня не говори, ты меня не знаешь просто и пошел нахер, короче, я тебе просто объясняю это, что... как бы в них все целятся, потому что они все не мужики, понимаешь? Потому что они все посунули перед своими, ну, настоящими делами, мечтами своими, понимаешь? Как вот объяснить-то, да, перед своим мужеством. В какой-то момент они такие стали, как свиноподобные, как свиньи такие. Ой, оказывается, такой поэтичный, о, жизнь, любовь, вот-вот рожу уже ребенка. Поняла ты. Ну, это она имеет в виду. И в них время, да, то есть такого не может быть, это просто, то есть мужик это как, ну, монолит, если угодно, ну, в нормальном смысле, ну, монолит, короче, да. Ну, это мужская особь просто, то есть, что ты не раздуваешься, не расщепляешься и собираешься заново всегда, да, типа, да, 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 я понял уже просто, да, да. Это нормальное свойство, иначе все катастрофа. Если ты будешь рассыпаться, ну представь, ты занимаешься этим чуть-чуть, ничего в этом не понимая. Да, то есть чуть-чуть здесь денег заработать, чуть здесь денег заработать, чуть здесь. И ты вообще, то есть, и ты умер, и у тебя ничего не осталось. То есть ты просто себе на еду, ну, то есть как бы, никак, ну, да, это мультикультуралист, что ли, или что? Да, да, ну это он делает. Я в это не верю. Я верю в то, что ты как мужик хочешь большое, слышишь, оно не бывает вот такое. То есть оно бывает только вот такое, да, понимаешь. То есть как бы, да, 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 то есть оно, ну, такое монолит. Как фотон. Один такой, да, сквозь время и пространство. Да, да. Да, ну, как монолит. Ну, не важно, да. Он себе так думает, просто, да. Наоборот, только ты наоборот. Свою хинею хватит нести, я тебе еще раз говорю, да, да. Что, да, ну что, не так мир устроен, что ли? То есть ты ничего нормального не сделаешь, если... А почему они все умерли? Почему эти люди умирают тогда? Те, кто такие там, типа, что они там, гении или там, ну не надо, вот это не надо. Те люди, которые что-то делают, вот и да, почему они умирают? Но есть и такие, которые не умирают, почему они меньше болеют? Есть люди, которые что-то делают не просто как бы, да, ну, дело тут даже не в славе, а дело, да, какое влияние, и влияние, но не настолько, как бы, да. Да, ну поймешь, короче, да, то есть чем, да, 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 он тебя понял уже, да, 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 вот это он имеет в виду. Женщин, ну и что, наоборот. Еще раз я тебе объясняю, что это, да, ну вот это он имеет в виду, да, да, что женщина тебя как бы вдохновляет, и что хочешь, то и пишешь, да, и тебе деньги задают, да, и ты становишься слабым, да, то есть, ну, он про себя так думает, да, типа, да, то есть, как, и ты ничего не умеешь при этом, да, и не играть, не петь, то есть от тебя-то что зависит, где там ты, ты как, да, ты кто такой вообще, да, ну, это долгий разговор, короче. Короче, это вранье, потому что ты мужчина. Женщина понятие, это, то есть женщина это другой организм, у тебя могла быть она другая женщина бы. Ну, женился на этой, мог бы на другой жениться. Взять замуж, точнее. Мне это не касается, да. То есть, да, то есть ты все равно всегда самоуправляемый, автономный организм, человек, понимаешь, мужского пола. Что зависит от тебя? Знания, умения, навыки, правильно. А ты всего лишь как бы, да, он поэт. Давай мозги не кочкай, да, то есть ты всю жизнь будешь. Нет, подожди, вот ты маленький, родился ребенок еще до полового созревания или чего, да, то есть. Он о себе так думал, потому что. Короче.
я тебе не про бат говорю, не про женщин, я тебе просто говорю, чем ты будешь. Да, я в это не верю, потому что я, даже если женщина тебя вдохновляет, я решаю, куда пойдет этот поезд, понимаешь? Она такая, там, что-то тебя вдохновила, а ты откорректировал и пошел, потому что... И пошел, как... Да, он тебя просто... Откорректировал и начинаешь делать то, что надо, понимаешь? Потому что женщина, она не может ничего знать. Она просто одобряет то, что уже было до этого. Да, понимаю, да, да. У нее нет такой функции. Функция знать — это мужская. Да, функция планировать и осознавать, что и куда оно идет, или примерно хотя бы какое-то направление, насколько оно возможно точное. Чем ты занимаешься вообще, за что ты отвечаешь и куда оно все пойдет. И как бы, да, то есть, ну не то, что зачем, но он себе так, да, он это имеет в виду. Свою ахинею прибереги себе куда-нибудь, да, понимаешь? При себе оставь свою ахинею. Потому что она никуда не пойдет, она здесь и останется все. Да, да ты достал уже свои губы, да, она поняла тебя, наоборот, значит, да. Ну вот наоборот, значит, да. Ну нет, вот это он имел в виду, да. То есть твои дела, да, я тебе еще раз объясняю, очень просто, ты бездельник просто, поэтому ты говоришь, вся технология — это говно, а я тебе говорю, не говно, тысяча одно, то есть ты мне даже, я не специалист в этом, да, то есть как бы, ну, там, тракторостроение какое-нибудь, чем там вы занимаетесь, да, я не специалист в этом, но я точно знаю, что как бы, да, да, просто ты свое дело знать не желаешь, как настоящий хреносос, да, понимает он тебя, то есть, да, понимаю, поэтому ты, я поесть, я буду женщиной, как бы, и твои дела будут как сажа бела. То есть, ну, как бы, такие законченные жены, как советское, да, меньшинство. Агрессивные, тупые, Дон Корлеонские. Да, не мужские, короче, да. То есть, а у тебя жизнь была только одна, она была мужская, понимаешь? А ты ее служил на то, что женщина меня вдохновила! Да, вот она и все, вот такая она, а, я такой, ла-ла! Да, то есть, как бы, ну, она про себя так думает. Ну, и думай про себя, сумасшедшая, ну, да, понимаешь. Ты что, это не так специально придумали, чтобы не телесную жизнь свою не жить, женскую, чтобы не жить свою женскую судьбу, покорную и беременную, и как бы вменяемую. Не надо, короче, я тебе просто про себя так, ну наоборот, значит, да, да. Ну так, ну да, то есть да, они женщины, то есть понимаешь, люди, получается так, что люди не хотят просто эту, да, свою жизнь жить, или им страшно на нее смотреть, на эту жизнь. То есть как бы, да, поэтому они что угодно выдумают там, да, чего, да, наверное. То есть будут изгиляться, как, да, да, да. Ну или не изгиляться, а просто у них там такое в головах, там, это не важно. Поэтому они будут что попало говорить, понимаешь? И все равно не соответствует действительности. Самый простой вопрос, ты что не беременна? Где следующие дети? То есть тебе почему заняться нечем? Почему у тебя начинает голова работать? Что с тобой? В чем твоя проблема? Жизнь, понимаете? Живи нормальную жизнь, хорошую, счастливую, спокойную, красивую, да, лапушную, да, беззаботную. Ну, к сожалению, вот так вот это она и есть сама, да, понимаешь? Да, помогай своему мужчине, даже это, как бы своей пассивностью, своей беременностями, своими детьми новыми. Потомством. Ну, чё, блин, семейный, там, быт, надо все вроде, да, да. Нет, про это не надо, про это говорить. Понимаешь, количество детей только не значение. Ну, если тебе, я, короче, тебе еще раз говорю, понимаешь, у тебя только мужская жизнь. Я, да, 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 то есть, не надо, и я тебе вот понял ты меня, что не надо туда вообще никого впутывать, никого, понимаешь? Да, ну смотри, я один, одинокий, типа, студент, например, да, у меня еще ни жены, ничего нету, например, да. И ты, что я буду ждать, когда меня кто-то... Никто не будет ждать. Мужская тема, это надо, мне надо уметь. И я пришел и начал учиться. И, а еще лучше подрабатывать сразу учиться, да. То есть, как бы, да. Потому что, когда ты осознаешь, потому что если тебе родители не дают денег, а тебе надо учиться, что ты будешь? Либо в Макдональдсе работать и по ночам учиться и работать как-нибудь там, да? Либо, да, как вариант. Но это, ну, не лучший вариант. Надо было заранее начать, я думаю, про это. Еще лучший вариант в театре, в Макдональдсе при театре, а еще лучший вариант в Макдональдсе, не в Макдональдсе, ну, долгий разговор, как бы, каким-то, а может клоуном в цирке устроиться, каким-нибудь аниматором, это уже похоже на актера, чуть-чуть, да, издалека, ну, сколько ты поработаешь, дальше, ну, все, тебе не надо, потому что никакую работу, ты не будешь этим заниматься, хотя ты этим занимаешься и будешь заниматься и дальше, да, ты понимаешь, да. То есть тебе просто надо было на прокорм деньги, просто пробытовать сколько-то, да, понимаешь. Да.
меня это не касается. То есть, все, я тебя спешу обратно, деньги просто так не дают. Тебе надо заниматься чем-то для того, чтобы их получить. И уж совсем для тупых уродов я тебе объясняю это сейчас. Имбецилов, так сказать. Вот чем ты будешь заниматься? Ну, если я просто уже совсем так говорю, да. То есть, ну, оно не совпадает, естественно, с чем ты хочешь заниматься. Да, да, понимаю. То есть, ну, да, да, да. Ну, не понимаю, все, переврали у тебя там все, потому что не понимаю тебя. Долгий разговор просто. Да, 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 понимает она тебя, да. Да, да. Ну, долгий вот, долгий тебя. То есть, это не зависит от женщин, правильно? От тебя все зависит. И некого винить, и если ты такой, меня должна какая-то женщина вдохновить, и я такой... Вранье, понимает он тебя. Женщина, то есть, понимаешь, здесь полно на букву Б людей интересных. Ты туда выходишь, начинаешь, например, если ты крутой поэт, так, ну это в веке в 19-м так было. Сейчас это уже давно, как бы, только какие-то странные люди. Ну, специфическая среда, там, специфическая, да, например. И это не касается. Но это не важно. На любителя. Сейчас это не массово. Понимаешь? Поэзия сейчас никому не нужна уже. Это уже позапрошлый век, сейчас уже, да. Меня это не касается. То есть, ну или там, ну, какой-нибудь, ну, рэпер какой-нибудь, да, типа того, да. Ну, это тоже немножко, как бы, не знаю, какой-то там рок-звезда какая-нибудь, да. Хотя тоже вообще устарело. Ну да, ты такой рок-звезда, и это самое. И женщины тебя начинают такие. Ну там, и там полно свободных, которые на выдине, они тебя там вдохновляют, и сам, а ты ничего не умеешь сам по себе. Какая-то жизнь будет, ну да, то есть просто хреносос, что ты будешь, да, поняла тебя просто. Да. Ну, можешь как угодно думать, все равно я тебе еще раз тебе говорю, даже тупо надо это выучить хотел бы. Я просто тебе еще раз говорю, то есть ты мужчина, будешь заниматься, я тебе про женщин вообще не говорю. И я про других людей не говорю тебе вообще. Я тебе говорю только про тебя. Чем ты хочешь и планируешь заниматься всю жизнь, да. Да, то есть, да, ты не понимаешь, ты глухой что ли или тупой, да, да, понял, да. Еще раз я тебе объясню, в любом обществе, то есть в любом обществе есть профессии, да, ты в любое общество приедешь и будешь там заниматься. Ну, да что, ты ненормально что ли, мразь? Еще раз я тебе говорю, ты куда бы ты ни, ну да, даже в другую страну переедешь, если ты. То есть там тоже есть те же самые профессии, просто там, да, ты там будешь, два момента, там не будет ни папы, ни мамы, ты там будешь как бы чужой, то есть тебе точно придется что-то делать, понимаешь, чем-то заниматься за деньги тебе точно придется сразу же. Мне твоя хиния не интересна. Озабоченная мразь, я бы тебя вообще просто размочил уже, просто ненормально вообще. Еще раз я тебе говорю, тебе там точно придется чем-то заниматься за деньги. В Макдональдсе работать, еще что-то, да, понимаешь. То есть, да, ну я просто так от балды это тебе говорил. Просто не знаю, чем вот занимаются неквалифицированные рабочие, потому что ты по своей специальности ты не собираешься быть квалификацией. И опыт работы и так далее. Я просто тебе еще, да. Да ты достал уже! Достал! Да, понимаете, да. Еще раз я тебе сообщаю, да, радостные известия, да. Как мужчина, чем ты будешь? Я к мужчинам обращаюсь, еще раз повторить, что ли? Да, да, как мужчина, чем ты будешь? Не женщина, которая, как мужчина, чем-то едет, я говорю, как мужчина мужчине, потому что я обращаюсь к мужской особи. Но если ты женская, то не к тебе, значит, уж прости. Значит, да. Может быть, мне наплевать к любой мужской особи. Да, понимаю, да. Чем ты занимаешься всю жизнь? Да. Чем ты планируешь заниматься? Что ты хочешь? Какие ты, да, да, да. Создать это не катит, занятие твое по всене. Чем ты, да, в чем ты хочешь расти, быть джедаем, в чем ты хочешь, усовершенствоваться, да, то есть как бы, да, нет, не глядя ни на себя, ни на меня, что твое в этом, да, понимает. Да, я понял. Да, может, я не знаю, да. Ну, цель ты достигнешь, а дальше что? Он тебя просто цели это не то, чем надо. Ну что надо? Это как бы тебе все сказали. Ну, цели так работают, как промежуточный этап. Без них, наверное, никуда. То есть, ну, для них, да, знаю, это не суть, это как бы за них держаться так сильно не надо. Ну, то есть, как бы, это не предел тебе совершенствовать или что-то. Что тебе надо, как бы.
классно, я тебе говорю, чем ты хочешь заниматься всю жизнь, да. Ну да. Вот вся жизнь была наполнена этим, просто вот от, вот от, ну, как вот от сегодняшнего дня до гробовой доски, понимаешь, да. Нет, про быт, про, я тебе про, не говорю про какие-то телесные физиологии, про твои, да, эти вещи. Я тебе говорю про то, что ты будешь делать. Совращать чужих женщин, что ли? Чё, как Пушкин, или чё, как баб чужих будешь? Типа как поэты, как Есенины, там эти, да, да, недоумки, Высоцкие, там еще кто-то, Сосовы. Я тебе говорю, они плохие были профессионалы, плохо прожили, плохо кончили. Они не выжили, да, то есть, они не вытащили это на мужской уровень, если угодно. Или, ну, что за бред? То есть, как бы, да, они делали это безумно. То есть, как женщина, такой нимфоманка ненормальная, да. То есть, они делали это для общества, за деньги, но делали это, как бы, безобразно. Не по-мужски. Не довели до ума просто. Просто у них не хватило яиц мужских, чтобы расти, чтобы как дальше, чтобы осознать себя, да, чтобы делать это нормально, осознанно, да, то есть не психиатрично, чтобы сеять добро, да, если угодно, ваши слова и грязные, да, я просто тебе объясняю, что да, что жизнь это, ну, если ты мужик, там она мужская, то есть ты должен дожить до седин, потому что если ты мужчина, твоя тема, что здесь происходит, надо разобраться умом, а не физиологией. Это женщина физиологии начинает работать сразу же. Оп, и запузела сразу же, да. И это хорошо, нормально, да, понимаю. И даже, да, понимаю, да. Это у женщин так только, да. И это хорошо, это все любят, это всем нравится. И, ну, смотри, если ты представь себе, твоя любимая, она с твоим носиком она родила ребенка, что-то плохо, что ли? Ну тогда нам это не понять, просто так, понимаешь, да. Тогда. Я просто тебе объясняю, да. И ты мне сейчас будешь рассказать, что какой-то херосос, ты не можешь распорядиться своими деньгами, ты не можешь заработать денег, ты не знаешь, что это такое в мире, и не хочешь знать, ну, долгий разговор. То есть, ты не знаешь, что это такое в мире, в смысле, что ты бездельник, да, хренасос, да, то есть у тебя нет никакого плана, даже не тело то, что плана, что ли. Ну, как бы, тебе даже не с чего, как бы, есть с чего, но ты просто бездельник, ты смиренный, как бы, сперматозоид без хвоста. Поэтому ты будешь притворяться женщиной, да. Женщина твоя будет звереть и мужлана. А еще тебе говорю, женщина имеет право жить свою жизнь женскую, как бы, не, ну, потому что не одна единственная жизнь, она женская, понимаешь? Она может жить как безумная дура всю жизнь. Возможно, по идее логика такая, да. Ты понимаешь, что если, да, понимаю. Смотри, если ты будешь женственная, то что остается твоему мужу тогда? Если ты, да, понимаешь, да. Взаимообратно, короче, понимаешь? Ну, это уже другое дело, понимаешь? Если ты женственная, и муж тебя начинает бросать, он либо окстится, да, то есть, ну, понимаешь, да, либо, ну, что теперь поделаешь? Ты не можешь ручаться за другого человека, как бы, да, понимаешь? Ты не можешь им управлять, к сожалению. Да, то есть он сам себя предает, но у тебя будет, значит, намного, будет, ну, намного более лучше будущее. Ну, второй муж, какой-нибудь сантехник тебя возьмет и будет тебя просто как вот ручки ножки опекать тебя просто вообще, да. Я не шучу, да. То есть женской жизни достаточно, понимаешь, чтобы не надо туда мужского ничего запихивать, потому что, ну, самостоятельный мужчина сам что надо где-то разберется. Я имею в виду, понимаю, да. Да, то есть они все урагунные глазки. Я просто, ну, не, речь не об этом, я просто тебе объясняю, что да, то есть, да, что женская жизнь, она не безобразна. Она, как бы, если что, безобразная, ну, как бы, и то, и другое хорошо ну, то есть, как бы, понимает, да. Да, на долгий разговор. Да, да, да. Надоел уже. Вот как мужчина, я тебе как бы, да, как мужчина, чем ты будешь всю жизнь заниматься? Не понимает. Ну, чуть-чуть понимаешь хотя бы. Да? Представляешь, нет, я тебе просто говорю, это не важно даже, что ты знаешь или умеешь там или что. То есть просто чем ты будешь заниматься всю жизнь?
Да, насколько это отличает, да, что ты, чем ты хочешь сам заполнить свою жизнь вот от сегодняшнего дня до гробовой доски, и как ты ее хотел заполнить вчера, какова твоя мечта, нутро твое, да, понимаю, да, ударит тебя просто, да, и отталкивается, да, то есть, ну, просто объективно, понимаешь, не агрессивно, не это, сам просто объективно, будь, ну, осознанным человеком, интеллект, разум, мужик, понимаешь. Мудрость до седин дожила, чтобы это работать, ну, надо работать, доживать до седин и быть как бы с мегерой женой, и это не то, про что я тебе говорю. Потому что, чтобы жена не была мегерой, надо деньги зарабатывать. Скорее всего, так. Причем, да, и не быть хренососом, скриптосом, да. Ну, наверное, да, ну, наверное, неважно. Хренососом не нужно быть. Неважно, да, не касается, это уже надоело. Да, да. Разобраться, ну, короче, работать умом, интеллектом, понимаешь? И, ну, наверное, ну, что, это уже война, как бы, когда ты начинаешь. Ну, наверное, где-то, да, это где-то может и... это не суть разговора, это не касается даже. Это все болтовня только. Да, то есть, как бы, все равно все решается интеллектом. То есть, какая-то, да, то есть, она переваривается. То есть, да, долгий разговор, да. То есть, почему ты не решаешь эту задачу в свою пользу, там, в жизнь свою? Да? То она таки будет у тебя вот так вот, да, она поднимается. Да. Я тебе пример говорю, да. Да. То есть как бы есть о чем подумать, да? Я вот тоже так просто думаю, что это вообще. Нет, я просто уже так это. Да, я просто простой вопрос задал, и то есть не понимаю, почему такая это самая. Да. Почему так думаю о себе? Да. Простота. Расти в этом, понимаешь, чем бы ты ни занимался, ты, знаешь, ну да, в этом расти надо вообще. Не то, что надо, оно само получается. То есть даже если ты этим занимаешься скверно, то ты будешь, да, и так далее. Самый лучший вариант это делать за деньги сразу и сориентироваться на то, что есть в обществе за деньги сейчас, сегодня. И то, что, ну, что у меня мечта не абстрактным быть, например, каким-то композитором или что-то. Настоящим. Ну, нет, не это, да. То есть, в том числе, да, то есть, да, ну, так, да, не сам, да. Просто я к чему говорю, скорее всего, что это все. Как ты будешь это деньги получать у общества за это? В какой форме? Как? Ну, наверное, нет.
это тоже, да. То есть нервность, нервная система. О, я да, да. Это мужская или женская эмоциональность? Ну вот, да, и да, понимаю. То есть, следовательно, выживание это мужская или женская? Да, то есть, да, понимаю. То есть вопросы какие-то есть. Надо дожить до седин. Не как Шуберт, и не как Пушкин, и не как кто бы угодно. Да, это потому что они все не мужики, если угодно. Не потому что они не мужики, поле не кажется, они такие, о, мы такие утонченные натуры, почти что геи все. Как бы, да, мы почти что женщины, но ты же не женщина, раз и... Понимаешь, да. Надо дожить, не и как бы, не, да, поймешь. Ну, значит так, и при этом еще и реализоваться, и делать это дело по-настоящему. Да, тем более. Если тебе столько даровано, сколько, например, Шуберту было, представляешь, сколько можно было, вот если бы взять его, как бы, ну, Шуберта или кого-нибудь Пушкина, да, и просто его реализовать на пользу, ну, ну, это я так абстрактно просто мыслю. То есть он, не дол- он должен был дожить лет до 90, а может и до 100, понимаешь? И при этом и консерваторию, какое-нибудь отделение наук, там черт его знает, как бы, да, понимаю. Но не, на, ну, не справился со своим характером, со своей, ну, не прошел он, да, 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 понимает. Я не могу тебе точно это сказать, как бы, да. Я, ну да, 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 я так не думаю. Я вот, я точно тебе, да, понимаю, просто, да, да. Да, что все отсюда, когда сверху откуда-то тебя спускают, ну ты долго не проживешь, как, ну, короче, это вранье, да. Ну, она поняла, ну да. А, это жизнь не наложена. Ну давай сейчас перефразируем ваше это. Да, да, то есть, что если они как бы не от мира сего больные, и вот как эти гуманитарии-то говорят, что они нужны очень этому миру, что ты хочешь быть такой на закладе жертвой, как бы больным, такому, это нормально, что ли, быть больным? То есть это здорово быть больным, да? То есть она поняла тебя просто. В том-то и штука, это не по-мужски, понимаешь? Это женщина, которая больна, это для нее норма. Потому что она болеет, и ее там, простите, и у нее там даже кровь идет, и простите, как бы, и все, и это-то все не так, да, и титьки кусают, когда молоко пьют у нее там, да. И вообще все. И вообще просто жертва натуральная, понимаешь, вот жертва телесная, как говорится, да. Всю жизнь как мама, да, понимаешь. Ура, мама просто. Ой, как плохо, это нехорошо, да. Женщина вообще не... Ладно, ну ты понимаешь меня. Ну это вы так безобразно почему-то говорите. Ну понимает он тебя, да. То есть это не, ну, женская тема жертвовать собой, но при этом, если... То есть женственность ее спасает от смерти преждевременной, понимаешь? Да, то есть жесткость и мужество ее угробят, да. Понимаешь, да. Потому что, ну, не важно. Я просто, да, да, да. Она не нужна своей, самой себе как мужчина, потому что она не мужчина. Как ни странно, да. Меня это не касается. Я просто тебе объясняю, да. Не знаю, но видно, да. Но видно, видно, видно. Я к чему говорю-то, да. Нет, я про мужчин только говорю сейчас. Ну, ну так вот это, в смысле, то, что. Ну, то, что мужчина, который как.